начать счастье в этом мире. Каждого из нас есть свои вопросы, не зависят от того, каковы твои запросы. И зависят от того, в каком ты времени живешь. Сколько мне сдаваться, ты ответов не найдешь. А что после того, как закончится теперь? Для чего общего все во вселенной возникли? В голове интернет, аксиологин и пароль. И если бы мы знали, то сыграла бы эта роль. Для чего мы делаем добро, а зло? Для чего? Может, суть это одно? Если нет на свете ни конца, ни начала, то в свете этих слов, что это мысли означало? Что на самом деле важно и серьезно? Зачем я задаю себе эти вопросы? Старания, труды и умозаключения. Нужно ли вообще чему-то смысл содержать? Сколько мне отмерено вопросы задавать? Зачем мы такие? Зачем мы другие?